Отдыхая на новых скамейках, недавно установленных в Вишневом сквере, уарцы вспоминают, как выглядело это место всего несколько лет назад. А перемены, надо сказать, произошли значительные и не без участия жителей, которые сами решали, куда направить средства, выделенные нашему городу в рамках партийного проекта «Парки малых городов». Обустройство сквера было их инициативой. Также путем голосования из нескольких предложенных для установки здесь формы объектов горожане выбрали наиболее понравившиеся. Поэтому арт-объект «Я люблю Уварово» сразу завоевал популярность. Чтобы завершить обустройство территории, главой города Владиславом Денисовым было предложено выделить дополнительные средства. Из местного бюджета мы в этом году выделяем 2,2 миллиона рублей, а именно для укладки дополнительного плиточного покрытия, для того, чтобы нам благоустроить уже всю площадь. Уникальность сегодня этого сквера заключается в том, что здесь использованы средства различных уровней. Это и народная инициатива, где люди принимали решения по укладке плиточного покрытия. Это и средства программы сквера малых городов. Здесь также использовали средства партийного проекта, а именно установлены детская площадка, установлена тренажерная площадка. Ремонтные работы в рамках проекта формирования комфортной городской среды завершены в первом микрорайоне. Заасфальтированные дорожки появились на проездах у 10 многоквартирных домов. Подверглась масштабной реконструкции зона отдыха у Дворца культуры «Дружба». Здесь плиткой выложена территория, прилегающая к ДК, и боковая аллея. Благодаря реализации сразу нескольких программ «Городская среда», «Народная инициатива», «Местный дом культуры» любимое горожанами общественное место приобретает красивый, ухоженный вид. Заместитель председателя Тамбовской областной думы Ирина Тен, проводя мониторинг реализации приоритетного проекта, отметила. Цель этого проекта, она достигнута. Прежде всего, цель, конечно же, консолидация общества вокруг благоустройства своих общественных пространств, вокруг благоустройства своих дворов. Наверное, вот именно вот это вот важно, чтобы люди осознавали себя хозяевами в своем дворе, в своем городе, чтобы они сами стремились к тому, чтобы благоустраивать свой город. Здесь объединены средства и жителей, и средства муниципальной программы, и средства предпринимателей здесь объединены. Соответственно, мы видим очень хороший эффект. Напомним, что городу Уварово в рамках проекта формирования комфортной городской среды было выделено порядка 7 миллионов рублей. Все работы в нашем городе были завершены в соответствии с запланированными сроками. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».